а Гена говорил, сложно. Как всегда, приветствую вас на канале «Империя инструмента», рубрика «Аргумент за инструмент». Меня по-прежнему зовут Антон, и сегодня мы поговорим о клещах «Кобра». Какие они бывают, для каких задач и, соответственно, какого размера. Выпускаются они от 125 мм шириной раскрытия зева под гайку, либо трубу 27 мм. И заканчиваются 560 размером шириной раскрытия зева. Гайка у нас 60 мм, труба 70 мм. Также они представлены с другими рукоятками. Двухкомпонентные ручки-чехлы в размерах от 180 мм до 300 мм. То есть 180, 250, 300. Ну, собственно, больше ничем они не отличаются. Также есть клещи QuickSet с быстрой установкой. В чем же это заключается? То есть на практике это выглядит вот так. Раскрываем максимальное зево. Трудно узкое доступное место, куда нет возможности пролезть двумя руками. Накидываем на изделие и верхней рукояткой мы подводим под нужный нам размер. Ну и, собственно, автоматом все зафиксируется. Визуально они отличаются красной окантовкой на кнопке. Также они отличаются внутренними зубьями. На QuickSet они с одной стороны, на классике они с двух сторон. Ну, пусть вас это не пугает, они становятся не менее надежные, нежели классика. Также они выпускаются в обливных однокомпонентных рукоятках. Ну, собственно, и все. Также они существуют в других исполнениях, например, с зауженными губками. Версия Smart Grip, то есть автоматическое раскрытие. Давайте еще раз покажу. Далее клещи Raptor. Выпускаются только в одном размере, 250 мм. Предназначены они для гаек, где полностью слизан шлиц, либо толстый слой краски. Ну, в общем, болт, где, казалось бы, только срежет его же болгарка, но нет. Есть Raptor, который также справится с этой задачей. То есть, благодаря трехточечному зажиму изделия. Уникален в своем роде. Далее есть в различных размерах клещи для пружинных хомутов. Это тоже Кобра, но, скажем так, не для труб. Кстати, данные клещи представлены в нашем наборе УВК, который мы создали с компанией Knipex. Обзор на него вы можете посмотреть на нашем канале. Ну и традиционно продемонстрирую мертвую хватку Кобры. Определимый захват. О, крепко! Крепко! Во! О, Гена говорил, сложно. Как мы видим, у Кобры по-прежнему мертвый хват. Всю линейку Кобры вы можете приобрести в компании «Империя инструмента». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, о каком инструменте вы хотели бы увидеть следующие обзоры. Пока!